Здравствуйте, ребятушки и девчатушки, а дядь Саша снова с вами, великий ужасный ученик 7-7, благородный Дон Сандро, представляющий канал Жуков Муравейники. Играем мы в игрушечку под названием Зелонг Дарчик. Незваный гость у нас, как всегда, уровень сложности, это так называемая новая ветка выживания. Ну какая она новая, уже ж 53 дня прожили, уже она старая. Ветка называется «Хуже татарина». Поехали. Находимся мы где? А находимся мы в ущелье. У меня была туда сделана экспедиция. Теперь нам предстоит вылезти. Как-то хотя бы, я не знаю, переночевать, что ли. Сил-то нету. Сил-то нету. Ладно. Давайте разбираться. Так, значит, вот наш костер, которым еще 4 часа гореть. Что тут мы с этого Олежки? Кишки с него брать не обязательно. Так, время дня у нас ближе к ночи. Так, ближе к ночи, да? А мы хотим сильно спад. Ну, пошли, сгоняем еще к одному Олежке. Возьмем с него что-нибудь типа мясца. Можно, конечно, и шкурень взять. Так, погоди. Мясца. Давай-ка мы соберем всю Тимофеевку. Тимофеевка нам тоже крайне необходима. Будем ее кушать. Мы испытываем некоторый голод. Так, палки нам очень пригодятся. Сейчас будем пытаться построить снежное укрытие. Будем пробовать здесь порыжить ночку. Не знаю, может получится, может нет. Ну, не получится, значит. Значит, начнем новое выживание. Так, Тимофеевочка. Тимофеевочка. Так, а где тут еще у нас один Олежка? Я уже его пробежал или еще нет? Так, или он чуть дальше был? Не помню. А не помню я. А вот он. Вот он, да? Ну, в нем вообще только полкилограмма. Ни о чем. Ну, хоть какая-то жратва. Так, и, наверное, я шкурень с тебя заберу тоже. Чтоб мне больше сюда не возвращаться. Ну, сюда, в смысле, в ущелье. Так, со штурмовика, наверное... Со штурмовика брать нам шкурень. Штурмовика можно простить. Пронять и простить и оставить. Пусть он тут валяется. А валяйся ты здесь, товарищ штурмовик. Как видите, я еще немножко говорю в нос. Ну так уже я в принципе не болею. Чувствуете себя хорошо. Ну, осталось пока некоторое воспоминание о былой болезнетворности. Так. Вот он наш штурмовик. Ну давай я с тебя шкуру заберу. Давай, вот. Мы уже замерзли окончательно. Риск переохлаждения у нас нарисовался. Так, пошли к моему костру. Обогреемся. Мясо приготовим. Потом решим, как нам быть. Так, шкуру пока я вот здесь вот выкину. А где они? Вот они. Так. Костру гореть еще 3 часа. Это нас вполне устраивает. Так, а что там насчет воды? Воды я себе уже готовил. А, еще можем кофе приготовить, да? Еще можем приготовить кофу. Так. А сколько же у меня при себе водички? Ну-ка, продемонстрируйте мне. О, а сейчас погодочка испортится. А сейчас погодочка испортится. О, костер погас. Как так? Слишком ветрено. Да ты чё? Да ты чё? Да ты чё? Не принимает ничего. Вот это номер. Жил-жил да помер. Так, ну воды есть, на ночь хватит. Так, нужно в срочном порядке нам, короче, строить снежное укрытие. Пока нам не наступил полнейший карачун. Мы и так сейчас тут обморозимся по самой неболусе, пока его будем строить. И есть у меня такие подозрения. Так, место. Где его можно поставить? Блин, в прошлый раз же где-то тут у меня получалось. О, получалось где-то мне его поставить. Так, 45 минут мы его будем строить. Ой-о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 й
какая температура в укрытии?
Минус 2. Угу. То есть в спальнике будет тепло. Это хорошо. Тогда нажираемся. И быстренько в спальник залезаем. Пока нахрен не сдохли мы тут к чертям штурмовичащим. Так, ну ладно, спать мы будем по чуть-чуть. Давайте спать. Ой, погоди, а спальник-то я не взял, да? Угу, спальник-то я не взял. Да ты молодец. Вот это ты молодец. Спальник-то возьми. Спальник-то забери. Ого, минус 41. Нифига себе, вот это да. Минус 41. Вот это да. Ну давай два часика попробуем, три часика поспать. Может, не задрыгнем. Так, вроде как да. Вроде как температура у нас постоянная в укрытии. Несмотря на то, что метет и все такое. Да? Да. Какая температурка? Минус 6. Блин, минус 6! Как так? Мы на такое не рассчитывали. На минус 6. Минус 6 это холодно. Так, что у нас по статусу? Риск переохлаждения. Найдите место теплое. Да мы уже как бы нашли место теплое. Так, ну давай подождем и поглядим, что будет происходить. Минус 1. Блин, минус 2. Угу. Ноль. Минус один. Ну я тут сдохну сейчас. Ладно. Пофигу. Пофигу. Нафиг я полез в это ущелье, а? Вот нафиг меня понесло в это ущелье. Чё я тут хотел? Чё ты тут хотел? Только не знаю чё. Ну вот чё хотел, то и получил. В результате. 71%. Это капец. Это конец. О, в плюс вроде как вышли. Ай, вроде как вышли в плюс. Ну давай попробуем поспать. 8 часиков. Давай. Вроде как. А, ура! Ура! Непогода отступила! Не нужна нам непогода. Риск переохлаждения прошел, да? Да, прошел. Усталости почти нет, но мы тут еще немножечко посидим. А там он по новой начал дуть. Не, ну ты что, издеваешься, что ли? Ну я на это никак не хочу рассчитывать. Ну что это такое, а? Ну мы попробуем еще поспать. Минус 6 опять, минус 7. Фу ты! Выходи тогда. Нечего тогда тут тебе в снежном укрытии делать. Пытаемся вылезти отсюда нафиг. Пытаемся вылезти отсюда нафиг. Забираем свои банки. Непитьевой воды набрали. Так, непитьевую воду выкинем нахрен. Так, укрытие мы тут, естественно, оставляем. Естественно, мы тут замерзаем. И нам бы вообще теперь отсюда вылезти. Да. Жесткач. Вряд ли мне это унести. Так, а почему вряд ли унести? Придется, наверное, что-то сейчас повыкидывать нафиг. Ну, первым делом воду выкинем. Так, теперь что тут по дровам? Вот это выкидываем. Вот это выкидываем. Вот это выкидываем. Ну что, вперед, что ли? Нам еще как-то надо до ремонтной площадки добежать. Да, ну я не знаю, не знаю. Если только на последнем издыхе ты это сделаешь. Я даже не знаю, как ты туда добежишь. И придется еще вот тут немножко переждать. На уступе. А температурка-то, ох, какая хорошая. Минус 2, ну минус 25, было минус 41 тогда. Так, что там у нас? Сейчас восстановится немножко наша стаминка. И мы тогда полезем дальше. Сейчас, сейчас, сейчас. Ну, ждать мы не можем долго. Мы не можем долго ждать. Иначе мы тут нахрен окочуримся. Поэтому нам как-то придется сейчас бежать,
в надежде, что никаких волков штурмовых не повстречаем. Да, вот такая на экспедиции в ущелье при хреновой одежде. Я знал, что этим все может закончиться. А я знал, я знал. Я подозревал такое развитие событий. Теперь бы еще не промахнуться сильно. Так, ну давай, и жратвы почти никакой, да? Это плохо. Восстанавливаться будет тяжело. Но у меня там вроде волчатина есть, да? Можно волчатина нажраться. Наверное, придется нам так и поступить. Так, где тут моя? Ой, еще далеко до твоей площадочки ремонтной. Какого-нибудь медведя только еще не получить до полного счастья. Так, ну мы пока не в красной зоне. Двигаться можем. Давай, давай, давай. Там, наверное, одежда наша обмораживается, изнашивается, лопается, рвется. Она и так у нас хреновая. Так, где моя площадка? Где какие-нибудь заборы? Ну, по идее, двигаться надо в этом направлении. Вот, не пошли. Вон, наверное, вижу. Вижу забор. Я почти вернулся. Почти вернулся. Да, ты сожрала бы что-нибудь, а я погрелся. Жрать я не так хочу, как греться. Давай, 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 забегай, забегай. Уфу! Есть контакт, дошли. Ну, со спожрать мы сейчас разберемся уж как-нибудь потихоньку. Так, вот мы на площадке. Здесь сразу катастрофически тепло. Ну, что не может, естественно, не радовать. Так, что тут у нас? Вода есть. И что тут у нас еще есть? Кишки высохли. Пускай. Так, выбрасываем шкурки. Мы тут притащили немножко шкурок и свежих кишочков. Так, значит, мы там оставили... Оставили мы там... Что мы там оставили? Укрытие мы там оставили. Но оно теперь разрушится. Естественно. И исчезнет. А ничего не попишешь. Значит, так оно так. Так, еда. Какая у нас есть еда? У нас есть немножко Тимофеевки. Просто с таким количеством здоровья отправляться в одинокую топь, это несколько опрометчиво будет. Первая же рукопашная, и мы можем погибнуть. Но с другой стороны, нам жрать нечего, да? Ладно, вот мне сейчас того, что я съел, хватит на первое время. Потом можно кусок волчатины скушать. А, у меня вот еще немножечко осталось. Ну, а потом посмотрим. Так, теперь давай одеждой займемся. Что там у нас по одежде? Что у нас по одежде? О, и погода наладилась. Отлично. Куда-нибудь курень надо загрузить. Покажите-ка мне мою одежду. Так, 68. Ее надо отремонтировать. Это никуда не годится. Так, есть контакт. Штаны и приличные джинсы. 85%. Вот эти я могу зачинить. Но это все чинить толку-то никакого. Давай вот это зачиним. Так, ну починиться-то мы починились. Угу, починка у нас уже третий опытный. Так, ну можем еще штаны себе зачинить. Давай зачиним штаны. Штаны зачиним. Так, удочка поломалась. Удочку выкинуть. Так, ну у нас тут есть еще на две удочки. Надо еще себе леску сделать. Давайте-ка мы себе еще лесочку сделаем одну. Пошли лесочек, точнее пару. Так, а что я тут что-то складывал? Я, по-моему, верстак. Что я туда складывал? А, крольчьи шкуры. 3, 4, 5, 6, 7. Одной шкурки не хватает на то, чтобы себе шапку сделать, да? А нет у меня больше нигде шкурки кроличьи. В пещере, на ремонтной площадке.
А кто его знает, есть, нету. Я не помню, я не помню. Плохо, когда не помнишь. Ладно. Можно кролика. Ну, кролик, если пойдешь грохнешь, это тут сидеть придется ждать. Вот если бы я себе эти рукавицы не сшил, дурачок по ошибке. Ну, что теперь об этом жалеть, сожалеть? Так, тут только волчачья шкура. Тут у нас что? Тут медвежачья шкура. А тут вообще пусто. Так, что же нам с медвежачьей шкурой сделать? Делать ли нам супер носки или просто ее пока с собой забрать? А вот я этого не знаю. Не знаю. Ладно. Пошел я жрать медвежатину. Фу-фу-фу, медвежатину, волчатину. Фу, чур меня, какая медведь. Здесь. А, вообще с медведя мало мяса взял в этот раз. Ну, по температуре вот не сильно холодно. Можно было бы сейчас рвануть. Но здоровья маловато. Опасно будет. Опасно будет рвать когти. Поэтому пошли. Отдохнем. Отдохнем, соберемся не спеша в поход. В дальнюю дорогу. И дернем на топь. А с топи потом уже дернем... Куда мы дернем? Ну, в загадочное озеро. Там чуть-чуть отсидимся. Отъедимся. Прокачаем свою кулинарию. Понимаешь ли? На максимальный уровень. Потом уже можем спокойно всех жрать. Без каких-либо опасений. Так. Сон. Ну давай 10 часов посплю. Но этого мне, конечно, не хватит. Ну да хрен с ним. Я все равно посплю 10 часов. Дальше будем разбираться. Так. 10 часов поспали. И оказались посреди ночи. Так, блин, еще бы где-нибудь лося какого-нибудь встретить. А что мне вообще по стрелам? Стрел у меня много, лук 55%. Так, ну мне придется тупо ждать. Делать больше нечего. Хотя мы не будем тупо ждать. Мы будем что-нибудь полезное делать. Давай ножи, топоры заточим. Да, надо заточить. А то какое-то фиговенькое качество. Так, ну и придется нам все-таки с утра уходить. Делать нечего, придется валить. А то кризис продовольственный наступит. Да и вообще, здесь все уже на этой локации и облазил, все собрал, что можно было отсюда собрать полезного и не очень. Короче, что мне здесь торчать зазря? Пошли. Ну, можно будет зайти на топь, сделать себе несколько наконечников. Да, там вообще много-то и не требуется, штук 10. У меня при себе сейчас сколько наконечников? Есть какое-то количество наконечников? Но штопор мне не нужен пока. И эти в полном порядке. Так, еще давай заточим. Несколько гвоздодеров отсюда утащить. Так, ну давай поспим 3 часика. Получится? Нет, 3-то ты не проспишь нифига. Это ты зря. О! Так, аврорчик у нас включился, да? Включился аврорчик. Так, и здесь мы прямо не пройдем. Тут у нас провода сверкают. Ну тогда мне лампу, пожалуйста, в руки. Так. Тут мы можем спуститься. Можем спуститься. Так, там у нас тоже провода. А куда я вообще иду? Я вообще иду за ножовкой. Я хотел взять ножовочку. Ножовочка мне нужна. I need ножовочка. Так, вот она, ножовочка. Угу. Так, теперь давайте-ка мы как-нибудь вернемся. Так, чтобы нас электричеством не подубило насмерть. Как-нибудь мы вернемся. Угу. И распилим, что ли, стул, я не знаю. Чтоб красивый был распиленный стул. Так, все, лампу можешь погасить. Давай вот этот стул распилим, получим немного металлолома и ткань. Нам как раз так. А вот это, если распилить, что мы с него получим? Больше металлолома. Ага, 2 часа. Но мы можем его не допилить. Может, облом произойти. Нет, допилили, к счастью. К
счастью, допилили. Правда, жрать захотели. Да я понял. Демит. Ну, я не знаю. Наверное, сейчас ты у меня голодать будешь, мать. Пока придется тебе пожить впроголодь. Хотя можно накормить тебя, но тогда 4% ты риск получишь, да? Ладно, валим. Валим нафиг. Так, пошли собирать барахло. Барахло у меня, во-первых, что там в верстаке я оставил. Забрать оттуда, что там есть. Там у меня, во-первых, все шкуры. Драгоценные мои шкурки. Так, наконечники все. Перья. А у меня перьев сколько при себе? Ну, перья, наверное, не буду брать. Так. Особо много-то я не уволоку отсюда. Это, конечно, печально. Так, котелок надо брать. Гвоздодер надо брать. Вот эти ямкостя надо брать. Вот это надо обязательно брать. Я когда-нибудь себе ружьишко соберу. Так, давай лампу заправим. А, погоди, а я сейчас с чего я буду заправлять? У меня есть пол-литра налитая маленькая? Вот эту вот давай бросим. А то сейчас с нее начнет сливаться. Так, ага. И давай мы, наверное, вот в эту фигню нальем немножечко. Все, а здесь оставим почти пустую канистру, да? Где тут у меня еще топливо? Так, канистру. Ее бы, конечно, утащить как емкость. А тогда хрен с ним, понесем ее. Она там сколько весит у нас? Пускай. Утащим ее как емкость. Нам нужна емкость. Так, шкуры медвежачьи забираем. Кишки забираем. Точильный камень забираем. Факела вот эти. Консервный нож в обязательном порядке. Так, тут у нас пусто. Теперь тут у нас что? Гвоздодер один прихватим. Книжку для розжига. Так, кишки. И шкуру волчью. Ох, вот это я в перевесе. Так, и березы придется забрать все. И тоже забрать. Фу, и металлоломчик один возьмем. Давай два возьмем. 38 килограмм весим. Ух ты, ни хрена себе, а чем это я так вешу-то? А всем гвоздодеров понабрал, всего понабрал. А как ты думал? Да, такая на жизнь. Капец, ну правильно, два гвоздодера. Ну все это надо отнести, Римкомплект полкилограмма весит. Какой ужас. Так, все что ли? Ну пошли что ли, я не знаю. Пошли. Так, вот книжки, я не знаю. Книжки. Эту могу читать, эту могу. Это прочитано, ее тогда надо сжечь. Это прочитано. Одна только не прочитана. Так, не, книжек это слишком много. Вот эти две все-таки бросим. Я там себе на рожек уже взял. Это как-никак килограмм лишнего веса. Не хочу я просто так таскать эти книжки. Так, ладно. Все, пошли, жрать хотим. Все плохо, надо валить отсюда. Пока ветер дотопи. Я вот не помню, что там у меня сразу... Сразу как выйдешь. У меня там много вообще валяется. Тимофеевки растет несобранный. Так, давай без беготни. Ты и так тут перевес. Температура. Холодно, блин. Ладно. Ничего, как-нибудь дойдем. Возможно. Так, а что у меня вообще по дровишкам? Под кончишком и по дровишкам. Кончишки только две. Дровишек у меня мало. Так, ладно, хрен с ним. Две ткани. Ножи мне не делать. Поэтому мне на топе ткань особо не требуется. Я там где не был? Я еще там на радиовышке не был. То есть на это не ходил я на заводь. Можно сходить на заводь. Ты дойди туда для начала, а потом разберемся. Можно будет часть барахла где-то сбросить. Вообще, конечно, в оригинале сбросить его надо по центру.
То есть зайти в отель у браконьеров ползвезды. И там сбросить его. Значит, пытаемся дойти до отеля у браконьеров ползвезды и там сбросить наш хабар лишний. И потом уже налегке попробовать сделать вылазку на радиовышечку. В район заводи, пройтись по пещере. Штурмовичок нарисовался, гад, кругами начал ходить. Штурмовичок ходит кругами. Получи и распишись. Стрела, я так понял, поломалась. Так, да, поломалась, а кровушка из него... А кровушку из него мерзавца не пошла, значит, он сейчас вернется. Ладно. Вернется, так вернется. Где-то там он топчется. За спину, главное, чтобы не заходил мерзавец. Погода ухудшается. Так, он вроде далеко убежал. Ладно, пошли. Если что, он гавкнет. Риск переохлаждения. Блин, а мы еле идем. Ну, конечно, такой перевес. Так, где же мне теперь отогреться-то, а? А где тебя отогреться? Отогреться тебе особо негде. Костер надо разжигать. Ну, сейчас рано, хотя бы до топи надо дойти, там где-нибудь вначале разжечь. Пошли. Плетись, пока силы есть. М-да. М-да-с. Так, ничего там сзади, сзади чисто. Так, сейчас у нас появится локомотив, да, и там у нас опять будут штурмовики, скорее всего. Жаль, в локомотив нельзя залезть погреться, а? Так бы было нам это кстати, погреться в локомотивчике, а то, глянь, мы и жрать хотим, нам и холодно, а? Ай, вот набрал я барахла эту шкуру медвежью, зачем-то волоку, надо было из нее носки сделать, да и хрен с ней. Ну, вообще, это никогда не поздно. Носки мы, к счастью, можем делать руками. Сейчас, если где-нибудь присесть, костерчик развести, то можно организовать себе и носки. Вообще еле идем. Идем на ветер, а? Это печально. Нифига. Еле буксует. Смотрите на Евлампина. Ну идите быстрее, а? Ну вы же сдохнете сейчас. Из вас же жизнь уходит. Вы видите, что из вас жизнь уходит? Нет, придется мне где-то разжигать костровину. Не уйду я далеко. Тем более такая шикардосная погодень. А мне еще до отеля у браконьеров ползвезды фигашить. Это очень далеко. Так, у меня там впереди кралы не бегают. Сейчас у тебя штурмовики забегают вместо кралов. Так, давай, 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 бегом. Бегом, бегом, бегом. Да какой нафиг? Ну, что ты так медленно идешь? Ой, ты паскудина. Кто так ходит? Кто так ходит? Так, а там еще впереди выползень у нас, да? Нам еще выползень обойти надо. Но с этой стороны мы можем его верхом преодолеть. Не спускаться вниз. Да-с. Еле-еле, душа в теле. Вот мы к выползню подходим. Не, она меня бесит. Ну что ты так медленно идешь, да вы быстрее, вонючка, змеиное молоко, мусорак. Что ты так медленно идешь? Шевели копытами своими. Раз-два, раз-два, раз-два. Еле-еле, а. Астридина Евлампиевна. Каракатистая брюхоногая. Ну что ты еле, еле... Давай быстрее. Мы же сейчас тут окочуримся. Нахрен, сейчас метель какая-нибудь начнется. Вообще капец будет. Блядь, здоровья нет. А его выползень нашли. Новое место расположения. Мы даже выползень ни разу не находили. Конечно, мы его обошли. Как мы его могли найти? Так, лезь на выползень. На выползень лезь, кому сказал. Теперь тут давай еще ноги себе все переломай об этот выползень. И вообще будешь молодец. Кстати, наверное, зря я пошел с этой стороны. Сейчас она действительно послушается меня, переломает все свои ноги. Она ж послушная у нас, тетка. Не, ноги нам еще пригодятся. Чё, а ноги нам еще пригодятся. Нам еще ими ходить все локации вдоль и поперек.
Так, все, выползень преодолели. Ух ты, я думал, она сейчас тебе что-нибудь поломает. Однако нет, даже одежду не разрушила. Так, а вот это что у нас тут за уголок такой? Может, мы туда зарулим и пересидим там немножко? Ну, там, по-моему, нет нифига. Ну, давай зарулим. Какой-то странный уголок, укромный на первый взгляд. Что мы здесь забыли? Я не знаю, что вы здесь забыли. Не могу сказать, что вы здесь забыли. Там вон какие-то деревья, какие-то кусты. Пошли отогреваться. Ух ты, это что такое? Это что такое? Костер тут кто-то жёг? А еще что-нибудь есть интересного? Это явно не я костер жёг. Это был не я. Nine-nine. It's not me. It's кто-то другой. Так, ну тогда давай костер вот здесь около дрына разжигай. Не знаю, позволит ли тебе погода. Поэтому разжигай ты вот здесь костер, пожалуйста. Так, вот, использую, естественно, книгу. Топливо лишнее, чтобы быстро загорелось. И давай-ка ты здесь. Так, жрать нам тут нечего, кроме шиповника, да? Давай шиповник соберем. Шиповник тоже еда. Нам хватит на первое время. Вот, мы сейчас обогреемся. Обогреемся. Нам вроде тепло, да вроде тепло. Так, готовить. А сами давай пока шиповничек. Ой, у меня еще и рейши грибы есть. А, ну это хорошо, что есть. О, рейш даже на две порции. Че же я про них забыл-то? Про рейши. Так, что-то там опять ветра какие-то нехорошие задувают. Только этого мне не хватало. Ну хотя бы речь успеет приготовиться. Давай, пей ее нафиг. Пей ее нафиг! Так, а больше мы ничего приготовить не можем, да? Нам напишут... А, не, вода у нас еще есть, как это ни странно. Ну хорошо. Есть так есть. Так, костру гореть 2 часа. Что там мы риск переохлаждения вылечили? Ну давай кофе приготовим. Давай дернем кофу. Она нас немного взбодрит. Так, банку забираем. Эту банку забираем. Так, ну не знаю. Брать бессмысленно, мне кажется. Как ее там зовут, факелу? Пошли отсюда. Пошли. Немножко отогрелись, хотя, конечно, здоровья у нас осталось капец как мало. Надо поторапливаться, братец. Братец, надо поторапливаться. Тебе еще до отеля лагерь браконьеров ползвезды надо дойти. О, а там Алендур ходит. Так, Алендур, Алендуром, а выход-то где? Я в ту сторону иду. Ну, теоретически, да. Теоретически, да. Блин, Алендур мне, конечно, сейчас с одной стороны нужен. С другой стороны, не вовремя он появился. А с третьей стороны ты его, может быть, даже и не убьешь. Ладно, я выхожу на дорогу. Выхожу я на дорогу. Ага, вот он я, подошел почти к переходу. Так, олень, стой, раз, два. Стоишь, но я пытаюсь в тебя попасть. Я в тебя попал, но ты не помер. Ты теперь будешь долго и упорно бегать зад-вперед. Ладно. Хорошо. Мы пока подождем. Мы пока мест подождем. Вон ты носишься, негодяй. Я тебя вижу. Так, вот стрела опять поломалась. Но из тебя пошла кровушка. Значит, ты сейчас должен откопытиться. Ага, развернулся, да? Ну давай, мне бы желательно, чтобы ты там сдох, конечно. Мне не желательно, чтобы ты сюда вылетел. Поближе, поближе, чтобы ты там окочурился где-нибудь к переходику. Это было бы идеально. Чтобы я только сам там к переходику поближе не окочурился. Так, нет, я тебя не пущу. О, отлично. Вот это ты молоточек.
А вот это ты молоточек, вот это по-нашему, понимаешь ли, по-выживальчески сделал подарок дяде Саше. Так, сделал, значит, ты подарок. Это, конечно, тебе спасибо за такой подарок. Подарок, что надо. Ну что ж, сколько мы с тебя можем забрать мяска? 2 килограмма. Сильно замерзнем? Не сильно, жрать только хотим. Так, к сожалению, больше мы с тебя не возьмем. А то нам будет плохо жить на белом свете. Так, давай мы вот здесь разведем костер. Приготовим мясо. Так, масло. Давай, разжигай масло вовсю. Вовсю разжигай при помощи масла. Так, палка. Хватит нам этого, чтобы приготовить мясо или нет? Меня вот очень это интересует. Сорок пять минут. Отлично. Блин, замерзли, а. Не понос так золотуха, а. Вот не понос так золотуха. Ну и что, там сильный риск переохлаждения? Ладно, покидаем железную дорогу. Блин, теперь где-то отогреваться надо, а. Да что же это такое? Нажрались, замерзли, а. У меня тут что поблизости? Пещера, да? Пещера. Здоровья капец как мало. Сильно холодно. Минус 6, 1%. А риск кишечных паразитов 21 переохлаждение. Мазер-фазер. Вот это мазер-фазер. Так. Значится. С той стороны у нас, скорее всего, штурмовиков тьма тьмущая. Ладно, ну тогда бежим до пещеры. А вон медвежатина ходит. Не, медвежатина нам сейчас вообще нафиг не нужна. Нам бы до пещеры добежать. Ну повезет, добежим. Эх, вот если бы не риск переохлаждения, я пошел бы к лагерю. Ну сейчас к лагерю... Браконьеров в котеле, у браконьеров ползвезды идти бессмысленно. Ничем хорошим все это не закончится. На ферме мне тоже зависать сейчас нечего. Ну, вся в пещере, отсидимся, отлежимся. А дальше решим, куда рвануть. Куда-куда? К лагерю надо идти. Хотя можно сходить еще на подлокацию «Вид на топь». Я там не был, да? В принципе, там шмотки бывают. Немножко жратвы. В принципе, у меня лук теперь есть. Я туда прорваться могу. От штурмовиков отстреляюсь. Ну, можно, да, сделать крюк. Пойти на подлокацию «Вид на топь». Там пещеры, в них переночевать. А от них потом рвануть, допустим, к лагерю. К отелю браконьеров ползвезды. Можно такой сделать маршрут себе. Я хотел вообще на ферме еще немного паковать. Это, конечно, можно, только я уголь не взял. Если в пещере уголь новый не появился, в которой я сейчас окажусь в пещере. Ну, с другой стороны, можно через шахту пройти, или как она там называется? Нет, она называется пещера, которая от заводи начинается и выходит на кряж на болоте. Там-то уголь будет. О, какая погода! Да, я в этой серии терплю какие-то лишения определенные. Здоровья у меня совсем мало осталось. Совсем мало здоровья у бедного несчастного дяди Саши. О, риск зато паразитов вылечился. И на том спасибо. Одежонка хреновая у нас. Хреновая у нас одежонка. Ладно. Паразиты вылечились. Риск. Значит, опять можно жрать мясо волков, медведей и прочих опасных хищников. Так, вот я почти добрался до пещеры. Интересно, насколько мне в ней будет тепло. Так, о, здесь тоже Олежка живет. Ой-ой-ой, вот это мне очень надо.
Блин, у меня сейчас совершенно нет здоровья на него охотиться. А я посплю, он может исчезнуть, да? Но делать нечего, тебе придется в пещеру все равно переть. Можешь ты на него охотиться, не можешь. А вон и штурмовичок гребет. Блин, главное, чтобы эта падла не сожрала моего Лендура. Он же может на него заохотиться. Ну, тут у меня, естественно, жратвы никакой. Так, вон он, олень стоит. Так, все, мы приперлись наконец-то. Почти все здоровье свое просрали. Тут уголь заспаунился. Но нам здесь холодно. О, не, все, тепло стало. Так, есть три угля. Этого мало. Три угля мало. Ну, там, если пойду на кряж на болоте... Так, что тут? Плюс 23. Отлично. Ну, чем займемся? Так, чем займемся? Кто-то там хотел себе носки сделать из медвежатины, да? Так, носки из медвежатины, даже не знаю. Давай просто спать. Что у меня по части воды? Много у меня при себе воды? Ах, воды у меня практически хрен есть. Ладно, давай поспим пару часиков, там видно будет. Риск переохлаждения вылечим. Вылечили. Так, ну и чё? О, и погода хорошая. Чё нам делать-то? Кто-нибудь знает? Я пока не очень понимаю, чё нам делать. Ну, во-первых, вам надо попытаться забить Алендора для начала. Сейчас мы это пойдем и сделаем. Шкуру тоже можешь себе выкинуть, чё их зря носить? Раз ты пойдешь забивать Алендора, зачем тебе шкуры? Так, березы тоже можешь все выкинуть. И это тоже пока можешь выкинуть. Так, ну чё? Айда! Искать Олежку. Или штурмовичишку. О, а это падла жрет моего оленя. Вот я только вот я собрался. И ты мясо с него все съел, нет? Не, ну это у тебя номер не пройдет, брат. Это у тебя номер не пройдет, брат. Это я тебе точно говорю. Этот номер у тебя не пройдет. О, почти не съел. Какой же ты молодец, а? Из него кровь пошла? Пошла, значит сдохнет. Отлично. Тогда надо дровами запастись. Где-то падла бегает. Он там где-то бегает, значит, там где-то он и сдохнет. Надо будет потом стрелу подобрать. Так, ну чё, мы тут можем немножко прожить. У нас вроде так более-менее пока все хорошо. Есть жратва в виде Олежки теперь уже трубцового. Вот мы, собственно говоря, и будем его жрать и отлеживаться в пещере. Получать 100% здоровью, ну или близкое к тому. Так, еще мне где-нибудь одного крольчишку раздобыть. Я бы себе тогда шапку мог сделать. Давай, 2 кг сразу тебя. Глянь, как я вовремя вышел. Волк сожрать его особо не успел. Так, хлобысь. Ага, в пещерку. Бегом в пещерку. Бегом. Отогреваться, понимаешь ли. То вот риск переохлаждения нам уже пишут. Так, два куска прекрасной оленятины раздобыли. Не, не надо, не надо. Не надо подыхать, замерзать. Давай, знаешь, мы с тобой... Хотя ладно, давай часик ты поспишь у меня. Поспи часик, я разрешаю. Разрешаю поспать часик. И выйти хапануть еще миска. Так, и заодно надо поглядеть, где штурмовик озяб. Он где-то точно озяб. Где-то вот тут должен был гад озябнуть. Холодно сильно.
Сильно холодно. Вот я так и знал, что он на моего оленя единственного неповторимого покусится, гад. Я знаю их. Штурмовые замашки. Куда его унесло? Где он тут сдох-то? Угу, так что я вот и нашел сразу. Ну, такое ощущение было, что он куда-то сюда убегал. Ну, теперь, может быть, только ворон тебе расскажут, куда он делся. Не видно его, к сожалению. Вот так вот, с невооруженным взглядом. Ну, или я его не увидел. В общем, либо не видно, либо я его не увидел. Так. Вечереет. Видите, какая у нас интересная погода. Ну да, это вот наш спасительный олень. Собственной персоной. Перья около него валяются. О, метель начинается. Хорошо. Могу я с вас килограмм хотя бы взять? Ну попробуй. Ну взял. Перьев сколько много-то? Так. Веточку. Так, ну чё, опять риск переохлаждения. Вперед готовить мясу. Ну пошли, попробуем. Так, ну где мы тут костер себе разведем? Да ну где угодно. Да хоть вот здесь давай разведем. Нам же еще надо готовить и воду. Нам не только мясо надо готовить. Так. А, я больше книг, что ли, никаких не взял. Так. Еще есть масло. Ладно, масло больше брать не будем. Давай, разжигай. Что-то я думал, что я книг себе взял. А я их на самом деле не взял. А ладно, хрен с ними, с этими книгами. Палок-то, что я нахапал, мне хватит. Костер. Ну, костер тебе хватит. А вот какая погода будет ночью, можешь ты тут замерзнуть. У тебя еще одежда не совсем максимальная. У тебя путеву мало. Ладно. Че у нас там, че у нас там? Так, палок 18 штук. Тогда мы вот так поступаем. Где там наш котелок валяется? Вот он, наш котелок валяется. В котелок 2 литра воды давай. Вот. И давай оленину. И поехали. Хлобысь. Оленин готова. Так, а воды у меня хренушки, да? А воды у тебя хренушки. Терпи. Много еще? До закипания 46 минут. Ну, как раз. Хватило. Пить! Пить! Срочно пить! Вот так. О, нормально. Так, костру гореть 55 минут. Ну, не знаю, может, на час мне хватит. А я пошел. Где там у меня тут оленина валялась? Где-то вот тут с краешку была еще одна оленина. Я ее, наверное, так просто не найду. Мне, наверное, придется лампу зажечь. Эй, лампу-то зажги. Прям над ней стояла. Ты же прям над ней стоял и не увидел, а? Какой ты слепой гражданин. Так. Мясо моя. Ну, не то чтобы моя. Из оленя добытая. Так, мясо приготовилось, да? Да, вода тоже приготовилась, хорошо. Ну, пока тепло, конечно. Ну, а как тут еще может быть? Конечно, будет тепло. Воды есть 2 литра 30. Ну, этого нам пока хватит на ночь. А дальше будет видно. Так, а насколько мы прокачали нашу кулинарию? Блин, еще дофига и качаться, черт побери! Ладно, дофига так дофига. Ну, попробуем. Попробуем поспать.
Надеюсь, не того этого. Ну, вроде так ветер не дует. Ну все, мы проснулись. Ура, там утро. Но нам еще рано отсюда высовываться. Погодочка так себе. Так, что там у нас лук? 49%. Лук скоро капец придет. Ну как скоро? Не так уж, что прям совсем скоро. Ну, словом, надо бы нам уже задумываться о новом. Так, 81.77. Тык-тык-тык. Тык-тык-тык. Книжку, что ли, прочесть? У нас пока жратва есть, а я воды попил. Попил. Ну, давай прочтем эту книжку, чтобы я ее сжег и забыл про нее. Давай, да, читай его, читай. Угу. О, все, отлично. Как раз. Так, тогда съедаем. А выпиваем. Какой там у нас здоровица? Ну чё? Здоровье 41%. Придется тут еще посидеть. Рано линять. Рано-рано линять. Надо насобирать дров. Насобирать оставшееся мясо. Если повезет найти штурмовика. Холодно. Так, вороны. Пока только над Алендуром они кружат. А где же штурмовик? Ты меня называла. Где он есть? А никто не знает, да? Ладно. Пока дровишками втаримся. Потом займемся мяском. Так, ну можем еще хватануть чуть-чуть. Вот они, наши дровишки. Вот они. Вот они. Погода пока отличная, ясная, прям такая прекрасная. Хотя вот мадемуазель замерзла. Ладно, мадемуазель, пошли отогреемся. Блин, а поблизости что-то ворон-то не каркают. Да? Да. Куда ж штурмовичишка делся-то? Так, сбрасываем пока здесь наши шкуры. Фу-фу, шкуры, какие шкуры? Палки. Греемся. Да просто часик подождем. Вот таким образом мы загреемся. Все, пошли, забираем с оленя мясо. Над ним-то кружит, а вот больше я что-то никого и не вижу. Главное, чтобы штурмовики не появились новые, которых я раньше не видел. Точнее, которых я не заметил, а они пришли. Так, температура. Тепло нам, да? Так, час 52. Давай топором. Угу. Так, греться надо идти. Надо идти греться. В Грецию надо идти греться. Давай куда-то ветку по пути рубанем. Так, мне бы еще что-нибудь крупногабаритного рубануть. Так, слушайте, а кролики вообще около этой пещеры могут жить? А я что-то не помню, честно говоря. Задрыгла, бедолага. Так, ну давай-ка мы еще раз подождем один часик. Угу. Так, воды нахлебаемся. Пойдем заберем шкуру и кишки. Зря что ли? Зря что ли Алендура замочканули? Не зря, конечно. Заберем с него шкуру и кишки. Температура все такая же. Не очень жарко, не очень холодно. Штурмовиков не видать. Вороны над штурмовиком непонятно где летают, если летают. Я их почему-то не слышу. Вот этих слышу, как галдят.
Так, шкура и кишки. Ножом 56 минут. Нормально. Соскребли. Пошли все отнесем. Так, ну вот у нас так день и прошел. В заботах. Так, на просушечку. Ага, на просушечку. Так, есть тебе, говоришь? Ну, я тебе могу вот прям вот отдать, прям целый кусок, прям не жалко. Сожри его весь, прям весь. Воду тоже всю выпей. А вот спать я тебе не дам. Или дать тебе поспать. А, так, у нас там... Ну, давай час поспишь. А мы потом попробуем, пойдем, может, дрыну рубанем. Может, там не сильно будет холодно. Если дрыну рубанем, то займемся жаркой. Будем тогда жарить мясо. Ну, посмотрим. Вот. Трупешничек валяется. Ну, так-то, в принципе, пока не холодно. Блин, ветки не появляются. А, появились. Так, вот эти еловые, да? Яловые. Так, вон штурмовика вижу вдалеке ходит. Ну, давай яловую ветку долбанем. Ага, долбанули. Так, штурмовик тут у меня сейчас... Мне сейчас не понравился, вот справа где-то ходил. Поохотиться на него. Или бога с ним. Где он есть? Вон он идет ко мне, да? А у нас риск переохлаждения. Ну иди сюда, иди сюда. О, рычишь? Серьезный какой ты. Вот ты сейчас, падла, с кругами пойдешь, да? Ветка ж впереди лежит. Ты через нее переступишь? Фига себе, переступил. Так, наповалиус. Прекрасно. А где моя стрела? Понятно. Так, нам холодно. Штурмовика пока придется оставить в покое. Все, пошли костер разжигать. Так, минус один штурмовик. Еще минус раньше был один штурмовик. Но еще два, а то может быть даже и три тут могут жить. Так, вот он наш костер, вот они наши ветки. Сейчас книжку будем зажигать. Зажигай книжку, брат. Угу. Гори, гори книжка. Сразу ставим воду. И вперед. И надо не забыть будет ножи, топоры заточить. Так, ну все, у нас все отлично. Есть алендорское мясо, есть дрова, даже есть застреленный штурмовичишка. Ну, с него шкурку-то мы тоже сорвем. Может быть, шубу себе потом когда-нибудь сошьем. Но в любом случае шкура нужна. Так, еловые дрова, палочки. Да, кидай все, пусть горят. Так, котелок, 2 литра. Так. Ага. Значится, заточить. Пока оно там скворчить, мы заточим. Странно, у меня же был 41% здоровья. Че, ни капли за день не прибавилось? Ну, я там, может, потерял чуть-чуть, пару раз замерзнув. Но я же вроде все время был вроде как и в тепле, и нажравшись. Почему совсем все так у меня ничего не прибавилось-то, а? Печально. Печально! Так, оленина готова. Вода еще не скоро. Значит, еще одну оленину кладем. А что там у меня? 42. 42%, да. Не шибко много. Так, заточим пару раз ножичек. Не, наверное, мы давай оценим. Оценим, что там у нас. Вода почти закипела. Ну, один раз еще давай топор заточим.
И там и вода уже подойдет, и мясо подойдет. Так, до закипания 6 минут. Это тоже готово. Так, сюда, значит, еще 2 литра. Здесь факел взять и пойти забрать мясо. Свое выкинуть. Ну, точнее, не мое. Это оленское. Мясо оленское. Так, а это забирай. Угу. Так, значится... Ой, это не то вообще. Мясо нам, пожалуйста. Так, 45 минут. Ну, давай мы подождем вот так. Так, костру гореть еще 3 часа. Вода закипит через 43 минуты. Значит, мы еще кладем одну мясо. И опять ждем. Так, мясо жрем. Воду, наверное, пьем. Да? Да... Ну, еще 2 литра. Сколько гореть костру? Так, дай-ка я в него чуть-чуть подкину. Дайте-ка мы вас немножечко подкинем. Так, мясо. Так, это вся мясо, по-моему, да? Да-с, это вся мясо-с. Так, что там ей до закипания 45 минут? Ну, давай мы наш нож заточим, чтобы он был как новый, чтобы он был острый-острый. Какой там у тебя желудок? Чего он у тебя есть просит? Ты ж только что. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ой, чуть нож не собрал. Ой, ужас-то какой. Да. Однако... Он стопроцентный остался. Как же это я так нож-то чуть не собрал, а? Это я что-то не туда глянул, о чем-то задумался. Да, было бы неплохо, если бы ты нож собрал. Вот это было бы красота. Собрал свой собственный нож. В прошлый раз рукавицы себе сделал вторые, а в этот раз бы нож собрал. Благо, что недалеко от кузнечного горна. Но все равно было бы весело, если бы я собрал свой нож. Это было бы здоровско. Так, ладно. Надо быть как-то повнимательнее. Так, сейчас я ее накормлю, ее вообще до отвала. Как же я чуть нож-то не собрал. Переготовить весь этот... Весь кофе. Давай кофе переготовим весь. Че действительно мы? Заодно... Да что такое? Что за косолапость-то? Ну все, капец, не могу выбрать, что хочу. Эй, банка, что ты не выбираешься? Я тебя сейчас ударю. Банка, я тебе сейчас ударю. 8 минут, 10 минут. Ну, в котелке кофе быстрее готовится. Так. Осталось еще у нас кофе? Все, не осталось, понятно. Ну вот, все, кофе переготовили. Все, теперь можно напиться воды. Имеем массу готового кофе. Ну все, 10 часов сна. Нам явно не повредят. Это должно как-то восстановить наше хиленькое здоровье. О, погодка хреновенькая. А мы сейчас посмотрим, нам тут холодно или как? Не, вам тут не холодно, вам тут только пить охота. А все остальное у вас нормульненько. 71%. Это еще куда не шло. Какая здесь температура? Плюс 17. А, ну это хорошо. Это хорошо. Че, сходить со штурмовика шкуру содрать? Так, Алендру валяется. Штурмовик тоже должен валяться. Холодновато шкуру-то сдирать со штурмовика. Да. 30 минут. 32, по-моему. Можно окочуриться. Ой-о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 й. Ну вот, я так и знал. Вот я так и знала. Ладно. Хорошо. Разберемся. Пошли греться.
шли греться. Там у нас был 71%, сейчас явно меньше осталось. Явно меньше осталось уже. Бегом, бегом в норку, в пещерку. Да согласен, согласен, да, нехорошо получилось. Ну, ничем не могу помочь. Нам нужна была эта шкура. Штурмовая шкура нужна была. Ой, да что же это такое страшное-то проехало за окном, а? Чуть стекла не вылетели. Что ж так шуметь-то? Так, сколько процентов здоровья имеем? 66, ни хрена себе, 5% потерял, пока шкуру эту сдирал несчастную. Это никуда и не годится. Так. Хорошая погода. Ну-ка, Ся. Ну, не сильно холодно, да. Могу со штурмовика дальше все собрать, попробовать. А что там с него собирать? Ну, мясо с него надо собрать. Потому мы его, если что, приготовим. Ну, давай мясо. В нем, правда, мясо-то. Сгулькин фиг. Ну, а это сколько мы будем собирать? 24 минуты. По идее, не замерзнем. Да, не замерзли. Так, ну чё? Бечь отсюда. Бечь отсюда. Кишки на просушку, мясо на Викенштейн. Пусть валяется. Когда-нибудь приготовим. Ну и у нас опять, как мы увидим, приближается ночка. Ну, а мы можем сейчас просто отождаться тут. Потому что у нас все есть. Еда есть пока. Питье есть пока. Можем просто подождать. Возьмем один кусок оленины. Там у фермы, конечно, могут тоже олени пастись. Но мы туда сейчас не пойдем. Не пойдем. Да я понял, сейчас сожрешь. Что ты так переживаешь? А сколько тебе там? Чё, прям надо обязательно жрать? Ну, в принципе, да, можно чуть-чуть пожрать. Ладно, голодать я тебя пока заставлять не буду. Ешь понемногу. Так уж и быть. Голодать будем в другой раз. Давай просто подождем. Отождемся один денек. Немножко восстановим наши здоровицы. А уже потом полные сил, бодры, веселы, пойдем всех крушить и разносить. Стоп. Надо покушать. Угу. Ну, жрай все теперь уж. Погода, как мы слышим, фиговенькая. Но нам должно быть тепло. Ну да. Ну мы, конечно, тут 10 часов-то не проспим при всем своем желании. Мы проспим значительно меньше. Но сколько проспим? Да-с. Не туда-с, не сюда-с. Температура плюс 9. Ого! Вот это интересно. А вот это интересно, то есть это мы и в самую... Странно, там даже нету ветра, а у нас плюс 9. Хм, ну дай-ка я попробую подождать. Часика 3-4. Плюс 8. Плюс 7. А это самое под утро. Плюс 6. 5. Все, в тепло. Пошли в теплую часть. Так, что там, нам жрать надо что-то, да? У меня еще остался кусок мяса. Остался. А мы его тоже слопаем. Мы так любим нашу остридную Евлампию, но что мы будем вот совершенно нерационально использовать мясо, чтобы она только, бедняжка, не жаловалась, что у нее тяжелая и невыносимая жизнь. Потому что мы ее очень любим. И ценим, и дорожим ей. И она еще успеет нажаловаться на свою тяжелую и несчастную жизнь. Так, ну все вроде, погода хорошая. Тогда мы, наверное, нашу серию на этом завершим, ребятушки, девчатушки. Вот у нас 86% здоровья.
Остальные наши приключения уже будут в последующих сериях. Я сейчас только гляну, насколько у нас тут холодно. И значит, нашу серию, какая она там у нас получается, 18-я, хуже татариной, мы заканчиваем. Ох ты, минус 27, минус 28. Не, в такую погоду я гулять не смогу. Ладно, обождемся, если что. Это в любом случае будет в другой серии. Все, ребяточки, девчаточки, я вас, как всегда, благодарю за просмотр. Я вам признателен, спасибо вам. С вами прощаюсь, желаю вам удачи в игре. И не забывайте остерегаться серых штурмовиков. Увидимся!